Приветствую вас, друзья! С вами я, Анастасия Час, и вот я сейчас записываю видео, чтобы ознакомить вас с волшебным таким индикатором, который я обещала в обзоре сегодня. Но прежде чем я буду это делать, мне очень хочется, давно хочется сказать, но все как-то вылетает из головы, хочется сказать, что предупреждать, знаете, как на пачке сигарет написано, там, осторожно, там, курение наносит вред вашему здоровью, все такое. Вот так мне и тоже хотелось бы написать прямо на каждом видео, что осторожно, игра на Форексе, на фондовом рынке, на фондовой бирже, неважно, многие говорят, что это только Форекс. Нет, я вам скажу по своему опыту и из своих знаний исходя, что Форекс, что фондовый рынок, фондовая биржа, все это, ну давайте так назовем вещи своими именами, все это казино, да, где 51%, соответственно, получает хозяин казино, ну а 49 делят между собой игроки, да, ну как бы получают. Вот так и здесь. Это то же самое казино. И здесь свои риски. Ну вы знаете, автомобиль – это тоже казино. Там автобус, самолет, поезд – это то же самое казино. Если посмотреть вот с точки зрения, вот так вот перенести вот так на вот понятие как казино, то есть можно сказать, что на автомобиле ты поехал, не будешь соблюдать правила движения, не будешь внимательным, будешь играть со смертью, потому что многие делают это, многие настолько любят скорость, даже вернее не любят скорость, а жаждут адреналина в крови, и поэтому они очень-очень гоняют, да, поэтому это игра со смертью, да, и смерть может, как говорится, предупреждать один раз, второй раз, на третий раз может не простить, что вы не слушаетесь, так и здесь, есть какие-то предупреждения, есть определенные правила, и я вам скажу, что работа на Форексе, на фондовом рынке, 80% это психология, и всего лишь 20 уже остальное все. Вот. Даже не 80, я бы еще больше, даже все 90% психология. Но вот здесь еще есть, на мой взгляд, еще одна такая большая проблема, помимо того, что люди психологически не выдерживают, не могут справляться с работой, это патологическая жадность, желание все больше и больше и больше. Эта эмоция, она должна очень-очень хорошо контролироваться вами. Вот, в принципе, что я хотела сказать. Ну, вообще на эту тему можно очень долго говорить. Я буду, наверное, вебинар собирать, и чтобы людям дать более такую полную информацию, а более такие глубокие знания, о которых не все говорят, потому что многие нацелены вот чисто на получение денег. У меня нет этой цели, только получение денег. Почему я вернулась на фондовый рынок, меня тоже спрашивали. Вот, я вам скажу, что в какой-то момент, потому что для человека есть некоторые потребности в жизни, и одна из потребностей, которые вообще люди даже не задумываются в этом, это потребность приключений, потребность вот повышения адреналина в крови. И я вам скажу, что фондовый рынок Форекс дает такой адреналин, так вот, такие приключения здесь, знаете, такие ралли, похлеще, чем на американских горках, там джик и все, а здесь они постоянные. Вот, поэтому в каком-то плане, может быть, мне не хватало вот этих приключений, вот этого адреналина. Я возвращалась периодически, то есть работала, но я об этом не говорила. А почему вот конкретно решила, да, опять выкладывать свои обзоры и делиться? Потому что меня, во-первых, спрашивали, а во-вторых, потому что я понимаю, что люди все равно будут лезть, люди все равно будут хотеть зарабатывать быстро,
быстро зарабатывать большие деньги. А я вам скажу, что на фондовом рынке, даже на Форексе, это можно сделать. Это реально, это правда. Но при условии соблюдения некоторых правил и придерживаться, естественно, своих стратегий, своих вот принципов и так далее. Об этом тоже как бы я запишу отдельное видео. Вот. Поэтому именно я решила так, что если люди все равно будут лезть, то почему бы мне хотя бы не помочь, да, сократить риски, уменьшить потери, просто помочь людям добиваться более высоких результатов и даже в каком-то плане какой-то стабильности, да, в работе на финансовом рынке. Ну что ж, это вот такое вступление, что я хотела сказать. Теперь переходим к непосредственно к самому вот этому индикатору. Он очень простой, но невероятно действенный. Это всего лишь один moving. Поэтому заходите в левой стороне, где у вас индикаторы. Нажимаете там на плюсик, у вас появляются индикаторы, и находите трендовые индикаторы. Тоже нажимаете плюсик, находите тренд в трендовых индикаторов. Moving average. Он у меня уже здесь есть, поэтому вот я вам скажу, какие настройки. Значит, открылся у вас Moving Average. Вот вы здесь настраиваете. У меня 599, 598 для начала. 598 вы берете, не 9. Я вам скажу, почему девятка. Я просто еще 599 для того, чтобы оно шире, чтобы можно было прямо вот тут сильно бросалось в глаза. Поэтому я поставила 598. Вы здесь пишете период. Да? Здесь метод MA. Выбираете сампли. Вот, из всех первые сампли. И применить к, не к закрытию, не к открытию, не к high, low. Я прошу прощения. Так, на чем мы остановились? Значит, вот, применить к, не к high, не к low, а medium price, вот, HL, ну, дробь 2. Вот, это нажимаете. Ну, соответственно, стиль я поставила вот вот этот вот. Ну, вы выбираете цвет, ну, какой вам комфортнее. Любой, да. И следующее, естественно, делайте толщину вот прямо самую. Выбираете самую последнюю. Вот, нажимаете, вот, окей. И то же самое я говорю, для того, чтобы мне было пошире, лучше вот как бы сразу бросалось в глаза, потому что я, бывает, чаще всего я вот так вот уменьшаю, чтобы я видела весь рисунок, да. Вот, и смотрите, это мы сейчас находимся, это у меня на экране евро-иена. Кстати, тоже я иногда так балуюсь, да. Вот, и таймфрейм. 15 минут, да? Вот посмотрите, для того, чтобы понимать, вот как по ней работать, видите, здесь классическая прямо вот модель. Смотрите, мы шли вверх, протестировали и как бы вот туда-сюда, туда-сюда, то есть не закрепились. И прошли вверх и вернулись. Это уже означает, что мы закрепились. То есть вот классическое какое закрепление, что имеется в виду под закреплением. Когда я говорю о том, что должен быть пробой, возврат, может быть не до самой, может чуть выше. И отсюда можно становиться было смело вверх. Вот, к примеру, сегодня. Вот, скажу так, что сегодня я практически пропустила все, потому что у меня были немножко другие приоритеты, и вот сейчас опять записываю для вас видео. Как-нибудь тоже буду записывать в реальном времени, реальное открытие позиций и так далее, чтобы вы убедились, что это возможно, и как это делаю я, и как можете делать вы. Ну, а пока что вот я говорю, и вот у нас это такой индикатор. Как понимать? Ну, если в течение дня, конечно, вы видите даже на пятнашках, смотря на каком таймфрейме вы любите работать. Для начала я бы вам вообще порекомендовала, если вы только новичок, для начала просто наблюдать. Наблюдать на одном таймфрейме, на другом, посмотреть, как вам удобнее, как вам комфортнее, вот, чтобы работать. И
посмотреть, вот когда мы разворачиваемся, когда мы пойдем вверх, вот здесь там конкретно было видно на открытии, что мы можем становиться вверх, именно вот по евро-йене. Посмотреть на минутках, смотрите, минутки просто заранее предупреждают, что вот у нас будет такой откат, скажем, вниз, ну, либо смена, ну, пока что не смена, я думаю, потому что мы находимся выше этой линии, этого уровня, и очень возможно будем продолжать движение вверх. Но что нам поможет понять все-таки, куда будет движение? Ага, видите, мы переключились на минутки. А на минутках тоже, опять-таки, смотрите, классическое. Пробой, возврат, то есть откат и закрепление ниже. Видите, я вам показываю, чтобы вы видели прямо, вот, даже чуть-чуть не дошли, то есть и закрепить. То есть этот мувинг прекрасно всегда отрабатывает. И можно было становиться вниз, если вы любите на минутках, если вам комфортно на минутках, то есть здесь сколько-то пунктов можно было взять спокойно. И что говорят нам минутки? Что, хоть на пятнашках мы находимся выше, но если внутри дня, минутки нам говорят, что пока мы идем вниз. То есть, видите, но здесь у меня еще одна вспомогательная, о ней я потом расскажу, понимание, и здесь еще другие я тоже поставила. Это помимо моих мувингов, то есть я их ставлю на втором месте, мувинги я ставлю на первое место, как самый такой классный индикатор для работы на фондовом рынке, вообще для работы на форекс и так далее. Этот индикатор следующий у меня камарилья. Но какая это камарилья и так далее, тоже об этом буду рассказывать потом. Здесь показаны уровни. Ну, лично мне они только как бы мешают, потому что мне вот это достаточно. Они меня просто сбивают, как чем больше линий, тем как бы больше сбивают с толку. Поэтому смотрите, мне лично достаточно вот, вот одной вот этой красной, и здесь есть еще дополнительное для того, чтобы видеть цель, куда, когда вот мувинги заканчиваются, пустота, это я вижу цель, либо переключаюсь на других, чтобы иметь понимание. Вот если мы переключим на пятерки, таймфрейм 5 минут, тоже видите, ну я говорю, мувинги, они просто четко показывают, вот скопление, мы дошли сюда, закрепились и пошли вверх. И так далее. Вот мы дошли до скопления, откатили, то есть до окончания мувингов, пошли вниз. И вот так тоже скопление, видите, где скопление, тоже. То есть мувинги, ну я говорю, как ноты для меня, поэтому мне ничего не надо, кроме вот этих линий двух, да. Даже одной хватает. Но это так для подтверждения. Вот, ну, скорее всего, что мы вот сюда идем, видите, потому что, я говорю, на минутках мы находимся ниже, то есть, возможно, мы откатим вот сюда и будем дальше продолжать движение вниз. То есть, минутки нам говорят, что хоть мы и находимся, и хоть у нас тренд пошел восходящий, вот восходящий тренд, ну, сейчас внутри дня вот идет нисходящий и, возможно, продолжение дальше вниз. Придем, может быть, еще раз тестировать эту линию. Вот она на всех таймфреймах четко показывает, она меняется на всех таймфреймах по-разному. Если вы любите, там, к примеру, на пятнашках работать, вы что делаете? Идете там на днях, на неделях, там, на месяцах, вот, и берете просто такой вот, где у вас вспомогательные такие, берете вот трендовую линии и просто вот так вот проводите, да, что я, у меня оно тоже есть, и проводите на месяцах, тоже опять берете трендовую линию, это вот, и проводите вот здесь просто, чтобы вам видно было сразу, где уровни какие будут отрабатываться на днях. На днях, смотрите, тоже совпадает, но пусть лучше еще вот так вот будет. И на S4, значит, вот оно следующее, вот, мы провели на H1, вот она снизу у нас уже получается. То есть все предельно понятно, я рассказываю. Вот так вот провели. И все, и мы пришли на пятнашках. Если мы работаем на пятнашках, то у нас уже есть приблизительное понимание. Вот, если еще уменьшить, сверху, наверное, не будут видны. Это надо будет
аж вот так вот тянуть, чтобы увидеть, которые там на днях, где-то они же далеко вверху. А пока что, видите, пока отработали, и идем дальше. Ну, естественно, вы можете даже на М5. Хочу сказать, что на старших таймфреймах, начиная там H1, H4, дни, недели, месяцы, они практически, ну, слабо, скажем, идет отклонение, может быть, вот, провели, и она достаточно, вот, но на 15-ках, ну, и на 30-минутках, на 5-минутках, естественно, оно идет как бы за ценой, вот, а на старших таймфреймах они, как отклонение, то есть, достаточно минимальное такое, может быть, там несколько градусов, да, поэтому сильно, желательно проверять их там или перерисовывать каждый день на открытии, да, или в конце дня, да, чтобы вы видели. Вот, друзья, в принципе, все, что я хотела сказать по поводу этого индикатора, простого, понятного и очень действенного. Поэтому смотрите, пока наблюдайте, если вы новичок, наблюдайте, что непонятно, пишите, спрашивайте, я с радостью отвечу вам, объясню, расскажу, поделюсь. Поэтому я благодарю вас за внимание, дайте обратную связь, пожалуйста, чтобы я понимала, что это вам нужно, что это вам интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Вообще всего вам самого-самого хорошего, доброго, великого, ясного, светлого и так далее. Я благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час и пока-пока.